За нами следят. У правительства есть секретная система. Машина. Она следит за вами каждый час, каждый день. Я разработал ее, чтобы предотвратить теракты, но она видит все. Преступления, совершаемые обычными людьми. Правительство считает их неважными. Мы нет. Скрываясь от властей, мы работаем втайне. Вы нас не видите. Но если вы жертва или преступник, мы вас вычислим и найдем. Подозреваемый.